Накануне активисты «Справедливой России» вышли на одиночные пикеты на оживленные улицы города. Акцию приурочили к Международному дню социальной справедливости. Члены партии раздавали прохожим предвыборную программу кандидатов в президенты от «Справедливой России» Сергея Миронова. Хочу вот социальную справедливость, чтобы все слои общества жили хорошо, согласно своему вложению в богатство государства. Мы же все хотим, чтобы наша Родина была богатой. Поэтому мы и стараемся, вот наше поколение, работать добросовестно.